Когда никто не слышит, о чем мы говорим. Мне кажется, что мы давно не живы, сожглись и потихоньку догорим. Когда нас много, начинается пожар, и когда похожи на крематорий и базар, и все привыкли ничего не замечать. Когда тебя не слышат, для чего кричать? Мы можем помолчать, мы можем петь, стоять или бежать, но все равно гореть. Огромный синий кит порвать не может сеть, сдаваться или нет, но все равно гореть. Dream.